We've been talking about how God reveals his nature, which is love. И мы говорили о том, как Бог открывает свое существование, свое естество через любовь. And Paul, Shaul, speaks a lot on this subject. И Павел Шауль, он говорил очень много на эту тему. Now, in most Christian circles, people emphasize Shaul's teaching of grace and faith. И во многих христианских кругах многие верующие, они делают акценты на посланиях Павла на милости и истине. But as much as we hear preaching or teaching on grace and faith, но в то время, как исправлюсь, как в то время, когда мы слышим учение о благодати и вере, we don't see as much teaching on love. А мы не видим многих учений касательно любви. And I've been reflecting about this a lot. И я как бы, меня это касалось очень много. Because over the last maybe 30 or 35 years, потому что в последние 30 или 35 лет, that I've had faith in Messiah, Yeshua. В то время, когда я стал верующим, являюсь верующим в Иешуа, Мессии, I've learned a lot about grace and faith. Я научился многому о благодати и вере. But I had to learn love the hard way. Но о любви я научился очень трудно. And that's why I've made a point to emphasize it here. Вот почему у меня есть такой пункт, на котором я хочу сделать ударение на этой теме. So let's see how Paul teaches on love. Поэтому давайте посмотрим, как Павел учит о любви. I think there are three important scriptures. Я думаю, что есть три важных местописания. Or maybe four. Или, возможно, даже четыре. Okay, so the first, Romans 13, 8 to 9. И первое, Римлянам 13 глава с 8 по 10 стих. Paul talks about what fulfills Torah. Павел говорит о том, что исполняет Тору. And he says not to owe anyone anything. И он говорит, не оставайтесь должными никому ничем. Except to love. Кроме взаимной любви. Because he says, whoever loves his fellow human has fulfilled Torah. И потому что он говорит, ибо любящий другого исполнил Тору. And I love verse 9. You want to read verse 9? И мы прочитаем 9 стих. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. So this is what we've been talking about. Это то, о чем мы говорили. The spirit of the ten statements. Дух десяти утверждений. Which he says is summed up in one thing, and that's love. И потому что он говорит, что все заключается в одном слове, и это любовь. He also shares this in Galatians 5:14. И также он об этом делится в Галатам 5:14. You want to read that? Ибо вся Тора в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. And then he also shares in Galatians 5:6. И дальше он также делится в Галатам 5:6. How circumcision doesn't really matter. Что обрезание, оно не имеет значения. But what matters is trusting faithfulness. Expressing itself through love. Но что имеет значение, это вера, действующая любовью. So remember, I said we're going to talk about circumcision of the heart. И помните, когда я говорил о обрезании сердца? We'll get there in a minute. Мы дойдем до этого через минуту. And so also Paul shares a lot about love in 1 Corinthians 12 and 13. И также Павел говорит много о любви в 1 Коринфянам 12 и 13 главе. I think it's interesting how he says in 1 Corinthians 12:31. И я думаю, что это интересно, как он говорит о любви в 12 глава 1 Коринфяна, 31 стих. Here he's talking about the different gifts of the Spirit. И он говорит о разных дарах Духа. And he says, earnestly desire the best gifts. И он говорит, ревностно стремитесь к лучшим дарам. So he's referring to these gifts of the Spirit. И он касается вот этих даров Духа. And he says, but yet I show you a more excellent way. Но далее он говорит, но я покажу вам наилучший путь из всех. So what is he really saying? О чем он говорит? The more excellent way is the way of love. Наилучший путь — это путь любви.
I love flowing in the gifts of the Spirit. Мне нравится течь в духах, в дарах духа. Right? We love flowing in prophecy and healing. Мы нам нравится двигаться в пророчествах и исцелениях. But what God really wants at the heart of flowing in the gifts is love. Но что Бог по-настоящему хочет, чтобы он действовал в сердце с наполненной любовью? And there are some places emphasize a lot of the gifts of the Spirit. И есть другие места, которые делают ударение на дарах духа, which we also emphasize. Которые, на которых мы также делаем ударение. But what do you think is the foundation of how we flow in the gifts of the Spirit? Но как вы думаете, в чем основание, когда мы двигаемся в дарах духа? In love. Love. That's right. That's right. Да, это правильно. Because we can prophesy, we can lay hands on the sick, we could do all that, but if we don't have love, we really are not imparting the Holy Spirit. Потому что мы можем делать все, мы можем пророчествовать, возлагать руки на больных и многие дела, но если у нас нет любви, мы не будем передавать любовь Духа Святого. So here Paul sets the stage to talk about love. И здесь, в этом месте, Павел говорит о любви. And 1 Corinthians 13:4-6, he speaks about this. И в 1 Коринфянам 13 главе, 4 по 6 стих, он говорит о качествах любви. You want to read those two scriptures? 4, 5, 6, yes. 4, 5, 6. Любовь терпелива и добра, независтлива и не хвастлива, не горда, не груба, не эгоистична, не раздражительна и не злопамятна. Любовь не злорадствует из-за грехов других, а находит наслаждение в истине. So, if we really have a good concept of love, если у нас есть правильное понимание любви, it helps us see the big picture of Torah. Это помогает нам увидеть большую всю картину Торы. See, it will stretch us. Это понимание, оно растянет нас. God will stretch our heart, our mind, our will. Бог будет увеличивать наше сердце, наше понимание, нашу волю. And he'll strengthen our conscience. И он укрепит нашу совесть. And this is really what transformation is about. И это вот в чем заключается преобразование. So I say that just like the heart is the pump of life. Я говорю о сердце как о том источнике жизни. Love is the pump of spiritual life. А любовь является источником духовной жизни. And so it really also connects with faith. И она по-настоящему имеет также связь с верой. Because faith is really a response to God's love. Потому что вера — это настоящий ответ на Божью любовь. So if we don't know God's love, потому что если мы не знаем Божьей любви, we really won't have much faith. Мы не сможем хотеть иметь больше веры. Remember when we were speaking about the 10 statements? Помните, когда мы говорили о 10 утверждениях? We talked about the Hebrew word amar. Мы говорили о слове на иврите амар, which means to say, but also to respond. Которое означает и говорить, но также и отвечать. That's why God is showing us that it's important that faith is based on our response to his love. Вот почему Бог показывает нам важность, что наша вера заключается на нашем ответе на его призыв. So that means that if we have great faith, это означает, если мы имеем великую веру, we should have great love. Нам нужно иметь великую любовь. You see how the two are related together. Видите, как две вот этих два концепции, они соединяются вместе. So this is very important. А это очень важно. Because a lot of people talk about having a lot of faith, потому что многие люди говорят о том, чтобы иметь много веры. But they're often talking about just believing. Но они очень часто говорят просто о просто иметь веру. And that kind of believing comes from the mind. И такое суть верования приходит из ума, из разума. But God wants us to have the kind of faith that comes from the heart. Но Бог хочет, чтобы мы имели такую веру, которая исходит из сердца. You understand the difference? Понимаете ли вы разницу? Okay. So Paul also talks about an important concept. И Павел также говорит о важных пониманиях. See, this love has to grow in us. И эта любовь должна расти в нас.
And so he says in Romans 1:25. И он говорит в Римлянах 1:25. That we exchange falsehood for truth. Чтобы мы заменили ложь на истину. And so as much as we exchange falsehood for truth, и в то время, когда мы меняем ложь, заменяем на истину, we have to change things around and re-exchange truth for falsehood. Нам нужно сделать также обмен истину заменить на ложь. Meaning where we may have walked in falsehood, может быть, там, где мы имели в виду, что это является ложью, we have to exchange it for truth. Мы должны ее заменить на истину. And as we exchange falsehood for truth, и когда мы меняем ложь на истину, God's love is revealed in us in a greater way. Божья любовь, она открывается для нас великим образом. And so he says in Romans 8:18. И он говорит Римлянам 8:18. The glory shall be revealed in us. Что слава откроется в нас. So how is his glory revealed in us? И как же эта слава открывается в нас? We have to grow into that glory. Нам нужно расти в этой славе. We have to grow into love. Нам нужно расти в любви. We have to grow into faith. Нам нужно расти в вере. And we have to grow exchanging all the falsehoods back for truth. И нам нужно расти в любви, отвергая все лжи, которые были. See, that's what transformation is all вот about. В чем заключается преобразование. But we know that that's a challenge. Но мы знаем, что понимаем, что это вызов. Because the world is difficult. Потому что мир, он трудный. It makes it hard for us to love people. В нем трудно любить людей. And it makes it hard for us to love God. И в нем также трудно проявлять любовь к Богу. But I love Romans 5:5. Но мне нравится стих Римлянам 5:5. You wanna read that? А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Okay, so we shouldn't be disappointed. Мы не должны быть разочарованы. Because God wants us to walk in hope. Потому что Бог хочет, чтобы мы ходили с надеждой. И поэтому, чем больше мы ходим в любви, тем больше мы ходим с надеждой. So this is a big challenge for us. И это большой вызов для нас. That's why we have to grow not only in receiving God's love. И нам, вот почему нам нужно расти не только в принятии Божьей любви. But we have to grow in our ability to share love. Нам нужно также расти в нашей способности делиться любовью. Again, that helps answer Sasha's question on how to love homeless people. И это также, опять же, помогает отвечать на Сашин вопрос, как помогать бездомным людям. I had to grow into that kind of love to work with homeless people. Мне нужно расти в этом виде любви, чтобы иметь возможность помогать бездомным людям. So it was a good question. Это был хороший вопрос. Okay. So we also see John. I said John talks a lot about love. Я говорил, что Иоанн говорит много о любви. And why don't you read 1 John 2:5-6? И мы прочитаем сейчас 1 Иоанна, 2 глава, с 5 по 6 стих. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. The fact that it says the love of God is perfected in us. И факт того, что Божья любовь, она совершается в нас. That shows that we have to grow into love. Это показывает нам, что нам нужно расти в любви. And so we do that through the Holy Spirit in us. И мы делаем это с помощью Духа Святого, который внутри нас. So there's another important concept to understand. И есть другое важное понятие, которое нужно понимать. The more that we are, the more that we love the things in the world, чем больше мы любим мир и все, что в мире, the more we're blinded to God's love. Тем больше мы слепы к Божьей любви. Because the world will cause us to have a hardened heart. Потому что мир будет делать так, что делать нам раненое сердце. And Isaiah talks about this, and in John 12:39-41, Yeshua quotes John quotes Yeshua. И в Иоанна 12 глава с 39 по 41 стих Иоанн цитирует Иешуа.
И он цитировал, он цитировал Исаию. И мы прочитаем этот стих с 39 по 41 стих 12 главы. «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видит глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. И Бог хочет, чтобы мы понимали и видели нашим сердцем. Есть также другой важный вопрос здесь. И Павел говорит, как эта слепота, она также действует в религиозных кругах. And I'm sure you've seen legalism. И я уверен, что вы видели законничество. And legalism comes from a heart and a mind and a conscience that's really not free in God. И законничество исходит из сердца, разума и совести, которая не свободна в Боге. So a lot of legalism that we see. И поэтому множество законничества, которого мы видим, is because people do not have a free heart. По той причине, что люди не имеют свободное сердце. Really они не имеют сердца, которое действует, которое направлено в любви. Можете ли вы это понять, увидеть? Yeah. Были ли вы в местах, где было законничество? Okay. Но Бог хочет, чтобы мы действовали в любви. Paul says in Galatians 5:4-6. И Павел говорит в Галатам 5 глава 4 по 6 стих. That if you walk in legalism, you've fallen away from grace. Что если вы ходите в законе, в законничестве, то вы отпали от благодати. And so that's why it's important that we understand grace works through love. И вот почему важно понимать, что благодать действует через любовь. So now we're going to talk about circumcision of the heart. А теперь мы уже немного поговорим о обрезании сердца. Okay, so you know how the feasts serve as a shadow to show us of things in Messiah. Помните, что все праздники, они служат тенью, образами, которые указывают на Мессию. That circumcision of the heart, there's also a new kind of circumcision of the heart. И также есть такой новый вид обрезания, который является обрезанием сердца. Paul talks about this in Colossians 2:17. И Павел говорит об этом в Колоссянам 2:17. And so I love how in Deuteronomy 10:16. И мне нравится, как во Второзаконии 10 глава 16 стих. The Lord says, circumcise the foreskin of your heart. И Бог говорит, что «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего». И во Второзаконии 30 глава 6 стих he says, the Lord will circumcise your heart. И там сказано «И обрежет Господь Бог твое сердце твое». So how does this happen? И как же это происходит? I believe the key is in the book of Acts. Я верю, что ключ находится в книге Деяний. If we look at Acts 2:37-39. Когда мы посмотрим в Деяния, вторая глава с 37 по 39 стих. When the people heard Peter's message, когда люди услышали послание Петра, it says they were cut to heart. А им было сказано, что им было трудно слышать. Do you want to read verse 2:37? Мы прочитаем 37 стих. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья». Вот слово «умилились» на английском, как он говорит, что это «обрезали сердце». So I believe Moses was pointing to the future when the Holy Spirit would cut our heart. Я верю, что Моисей указывал на будущее, что в то время, когда Дух Святой начнет обрезать сердце. So what does that really mean, to cut our heart? Что же по-настоящему означает обрезать сердце? It means to penetrate our heart. Это означает проникнуть в сердце. And so
If people cannot receive the Holy Spirit, а если люди не могут принять Дух Святой, they can't have their heart really penetrated. Они не могут иметь сердце по-настоящему такое проникнутое. So you see how the Holy Spirit will penetrate our heart and bring love, God's love, into us. И мы видим, как Дух Святой проникает в наше сердце и высвобождает там Божью любовь. Do you see how this happens? Видите ли вы, как это происходит? Ну, вы понимаете, о чем идет речь? Да. Если, это, как говорят, это да, это нет. Okay, okay. So, there's another reason why this is important. И есть другая причина, по которой это важно. Because when we try to share Yeshua with other people, когда мы пытаемся говорить о Иешуа с другими людьми, we often share from the wrong standpoint. Мы делимся очень часто с неправильной точки зрения. We need to lead with love. Но мы должны вести, направлять с любовью. That means it's not about debating with people. Это означает не иметь споры с людьми. If Yeshua is Messiah or not. Является ли Иешуа Мессией или нет. It's about demonstrating love. Это речь идет о том, чтобы проявить любовь. Unfortunately, к сожалению, many Christians have not demonstrated love. Многие верующие, они не выражают, не отображают любовь. Scripture even says that Christians are supposed to provoke the Jew to jealousy. И Писание даже говорит, что верующие они сделают так, чтобы евреи они начали завидовать, ревновать. That means that they're supposed to help Jewish people come to Messiah and be jealous for to want Messiah. И иными словами, верующие должны сделать так, чтобы евреи ревностно приходили к Мессии. But unfortunately, many provoke us to anger and not love. Но, к сожалению, многие они не делают так, но провоцируют на злость. So, we see how it's important to lead with love. И вот почему мы видим, насколько важно жить с любовью. And I love what Paul says in Ephesians 3:17. И мне нравится, что Павел говорит в Ефесянам 3 глава 17 стих. That we should be rooted and founded in love. Чтобы мы могли, чтобы Мессия мог жить в ваших сердцах на основании вашего доверия. And he talks about four different dimensions. И он говорит о четырех разных измерениях. Breadth, length, height, and depth. Он говорит о ширине, долготе, высоте и глубине. Isn't it interesting that he mentions these four dimensions? Не интересно ли, что он упоминает эти четыре вида измерений? And we talked about four different kinds of love. А и мы говорили о четырех видах любви. So he emphasizes the point about being rooted in love. И он делает ударение на том, чтобы быть водимым любовью. And then he says in verse 19. И потом он говорит в 19 стихе. That this is what fills us with the fullness of God. Что это то, что наполняет нас полнотой Бога. So does this not help us? Apply Torah. Не помогает ли это нам применять правильно Тору? Okay, so another thing. Следующее. In messianic circles. В мессианских кругах. Sometimes we also lead with the wrong thing. Очень часто мы иногда мы также идем или ведем себя неправильно. At least many of the congregations in America. Как минимум многие общины в Америке. Constantly trying to prove how Yeshua is Messiah. Постоянно пытаясь доказать Иешуа как Мессию. Instead, our focus should be on how God is about love, and in Yeshua we find love. И вместо того, чтобы поставить фокус на том, что Бог это любовь, и в Иешуа мы находим любовь. And this is what integrity is all about. И вот в чем честность, в чем заключается честность, целостность. Yeah. And so this is how we connect the dots. И вот как мы соединяем эти точки. That a big part of interpreting and applying Torah, что большая часть истолкования и применения Торы, it relates to love and our conscience. Она касается нашего совести. Which comes as we grow in faith and we grow in love. Когда и она появляется в тот момент, когда мы растем в вере и любви. And this helps us interpret the scriptures. И это помогает нам истолковывать Писание.
Remember, I said that people interpret scriptures many ways. Помните, что я говорил, что люди истолковывают Писание по-разному. So if you focus on philosophy, you'll emphasize things that relate to the mind. И если вы фокусируетесь на философии, тогда вы будете делать ударение на том, что вещах, которые касаются разума. But if we focus on the heart and we focus on love, но если мы фокусируемся на сердце и любви, I believe we emphasize what God would have us emphasize. Я верю, что мы будем делать ударение на том, акцент на том, что Бог делает акцент. So I think there are three scriptures that Paul uses that emphasize this. Я верю, что есть три места Писания, которых Павел использует, которые делают акцент на этом. Do you want to quote those three in Galatians, Romans, and 1 Corinthians? Yeah. И мы прочитаем эти места Писания. Галатам, 5 глава, 6 стих. Когда мы в союзе с Мессией Иешуа, не имеет значения, обрезаны мы или нет. Истинное значение имеют доверие и верность, проявляющаяся в любви. Римлянам 14 глава, с 14 по 17 стих. Я знаю и уверен в Господе Иешуа, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Мессия умер. Да не хулится ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. И 1 Коринфянам 10 глава с 25 по 28 стих. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». Okay. So, this class is all about messianic application of Torah. И этот класс, он касается мессианского применения Торы. So can you see how, if we understand these concepts, we understand a higher application of Torah. Когда мы понимаем эти вопросы, тогда мы видим высшее применение Торы. It's a higher way of interpreting Torah. Это как бы наивысший путь истолкования Торы. Because God says the most important thing is love. Потому что Бог говорит, что самое важное – это любовь. Вот почему я провел очень много времени, фокусируясь на этом вопросе. Потому что я думаю, что на нем не делают много ударения, уделяют внимания. И я верю, что вот так Бог хочет, чтобы мы применяли Тору. И когда мы рассматриваем Иешуа, мы видим, что он так ходил. And we see that he applies love through compassion. И мы видим, что он применял любовь, проявлял любовь через сострадание. And he demonstrated love. И он проявлял, показывал любовь. And so he demonstrated that the issues are not about the surface issues. И в тех ситуациях, которые не касались служения, на которых многие люди делают свои ударения как на чувствах. Но это глубокие вопросы сердца. И это помогает нам иметь отношения с людьми. Это даже помогает нам иметь служение людям. And I believe it bears more fruit. И я верю, что это приносит, дает много плода. And we see this through several scriptures. И мы также видим это через несколько мест Писаний. Where we see in Matthew 9:35-37. Где, например, в Матфея 9 глава с 35 по 37 стих. How Yeshua ministered in all the towns, in all the synagogues. Как Иешуа служил во многих городах и селениях, синагогах. Proclaiming the good news of the kingdom. Проповедуя добрую весть о царстве. And he healed every kind of disease. И он исцелял всякого рода болезни.
And it says he had compassion on them. И как сказано также, что он испытывал к ним сострадание. So that tells us that we won't heal all manner of sickness and disease, and we won't minister effectively if we don't have compassion. И это означает, что мы не сможем исцелять или проявлять, иметь эффективное служение, если у нас не будет сострадания. We also see this in Matthew 14, 13 to 14. И мы также видим это в Матфея 14 глава с 13 по 14 стих. Where he says that he saw the big crowd, что когда он увидел много людей, and he was filled with compassion for them. И он был исполнил сострадания к ним. And then he healed the sick. И потом он исцелил больных. And we also see it in Mark 8, 2. И также мы видим это в Марка 8 глава 2 стих. Where he says, I have compassion on the multitude. Что он говорит, что жаль мне народа. Okay. So we see that he talks about the difference between outward fulfillment and inward fulfillment. Мы также видим, как он говорит о таком внешнем наполнении и внутреннем наполнении. And also outward defilement and inward defilement. И также он говорит о внешнем осквернении и внутреннем осквернении. So he says that it's not about keeping man's tradition. И также он говорит о том, что речь идет не о следовании человеческих традиций. See, everything that he did. И все, что он делал, was he reinterpreted Torah. Он переистолковывал Тору. He reinterpreted Torah according to God's higher standards. И он переистолковывал Тору согласно высоким Божьим стандартам. A lot of people don't see this. И многие люди не видят этого. But it's important for us to see. Но для нас это важно видеть. And so in Mark 7, 5 to 16, и в Марка 7 глава с 5 по 16 стих. You know, we also see that he was quoting from Isaiah. Мы также, опять же, видим, что он цитирует с Исаии. And in verse 7, do you want to read verse 7? И мы прочитаем 7 стих. «Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». So he saw that the Pharisees emphasized the doctrines of man. И он делает акцент на том, что фарисеи, они следуют заповедям человеческим. And they emphasize the traditions of man. И также они следуют традициям человеческим. And what happens when you do this? А что происходит, когда вы поступаете так? The answer is in verse 13. И ответ в 13 стихе. It says you make the word of God of no effect through your tradition. Как у нас написано, устраняя Слово Божие преданием вашим, как он сказал, что делает Слово неэффективным. I believe this is a key problem. Я верю, что это ключевая проблема. And this is the reason why people are turned away from God. И вот я верю, что это причина, по которой люди уходят от Бога. Because they see people walking in traditions. Потому что они видят людей, которые ходят в традиции. But the word has no power. Но слово не имеет силы. Because the word is not coming from love. Потому что слово, оно не исходит из любви. And so he reveals that love is what brings us into alignment with God. И он открывает нам то, что любовь приводит нас в правильное положение перед Богом. And that's why we see this is what Paul focused on. И вот мы также это видим, на чем также что Павел на этом фокусировался. And so this is the lens that we must view and apply Torah. И это та призма, через которую мы должны рассматривать и применять Тору. So this is also how he revealed what the prophets had spoken about. И это тоже, как он открывал то, о чем говорили пророки. Which people had a hard time understanding. В то время, когда у людей было трудное время для понимания. One reason is because they rejected the prophets. Первая причина это то, что они отвергали пророков. Because the prophets talked about the spirit of the law. Потому что пророки говорили о духе закона. And so that's why I say
This helps us interpret and apply Torah in a higher way. И вот почему я тогда говорил, что дух закона нам помогает истолковывать Тору на высшем и лучшем уровне. And so this is what Yeshua meant when he said he didn't come to destroy the law or the prophets, but fulfill them. Но это также то, о чем Иешуа упомянул, когда говорил, что он пришел не нарушить закон или пророков, но исполнить. In other words, he came to reveal the fullness of what God's message is about. Иными словами, он пришел открыть полноту Божьего послания. Do you want to read Matthew 5:17-28? Okay. И мы прочитаем Матфея 5 глава 17-28 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих, малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном». А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судье, а судья не отдал бы тебе слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадрата. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Okay. So it's important to understand what the Greek word fulfill means. И важно понимать, что греческое слово в переводе «исполнить» означает. Because many Christians believe that that word means to end. Потому что многие верующие верят, что это означает закончить, привести к окончанию. Mean to end the law. Чтобы закончить закон. But said he didn't come to destroy the law, but fulfill it. Но он говорит, что он пришел не нарушить, не разрушить закон, но исполнить. So what many Christians teach, то, что многие верующие учат, is a contradiction. То, что противоречит этому. So what does it mean he came to fulfill? Что же значит, и он пришел исполнить? It means to give more understanding. Это означает, чтобы дать больше понимания. To make fully understanding. Дать полное понимание. So he says that He will make our understanding complete, and that's what gives us greater understanding and meaning of God's greater and deeper purposes. И это Он даст нам полное понимание, что даст нам глубокое и великое понимание Божьих целей и глубоких Его намерений. So if we understand God's higher ways, если мы понимаем высшие Божьи пути, We also can understand his higher purposes. Мы также сможем понимать его высшие цели. And that helps us understand a lot of things in life. И это помогает нам понимать многие вещи в жизни. It also means that God's promises can be fulfilled. Это также означает, что Божьи обетования могут быть исполнены. The children of Israel looked at many of God's promises. Дети Израиля, они видели многие Божьи обетования. Yet one question we always ask, и один из вопросов, который мы часто задаем, is when will you fulfill your promises? Что когда ты исполнишь свои обетования? How many of us
have promises that God's given us? Кто из нас имеет обетование от Бога? And so, amen. So God wants us to know. Бог хочет, чтобы мы знали, that He will fulfill His promises. Что Он исполнит свои обетования. And the greater we come to understanding the higher things of God. И когда чем больше мы приходим в понимании Божьих целей, the sooner we see His greater purposes and promises fulfilled. Тем раньше мы увидим Его великие обетования и обещания исполненными. So we have to understand the different perspective of Torah. И нам нужно понимать разные перспективы точки зрения Торы. Because, like I said, a lot of Torah emphasized outward actions. Потому что много Торы, мест Писаний Торы, они указывают на внешние действия. Like the rituals and the traditions. Как ритуалы и традиции. Which became even greater because the traditions of man made rituals out of God's word. И потому что они даже стают большими, потому что человеческие обряды, они начали заменять Слово Божье. And you can see how everything we've talked about. И мы вы можете видеть, как о том, о чем мы говорим. Talks about inner issues. Что речь идет о внутренних вопросах. The inner issues of the heart. Внутренние вопросы сердца. The inner issues of our conscience. Внутренние вопросы совести. Being able to weigh what's in our mind and what's in our heart. Иметь понимание то, что у нас на сердце и на и в разуме. How we feel and how we should act. Как мы чувствуем себя и как мы должны действовать. Based on the spirit of the law. И это основано на духе закона. And we've learned that the spirit of the law. И мы изучили, что дух закона is balancing love and truth. Делает баланс между любовью и истиной. And so that points to a higher reality. И это приводит нас к такой высокой реальности. And it also points to having the right heart attitude. И это также приводит нас к тому, чтобы иметь правильную позицию сердца. And that's what Yeshua taught. И это то, что Иешуа учил. And that's what we'll emphasize. И это то, на чем мы будем также делать акцент. Okay, let's take a break. Возьмем перерыв.